Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Tesla Model 3. Ремонт кузова. Мне надо будет немного подшабанить передок, он не битый, только поменять мятые детали и ремонт задней части. Тут уже посерьезней. Замена крышки багажника, замена заднего крыла и замена задней панели. Заднее крыло металл, задняя панель и низ заднего крыла алюминий. Установил машину на стапель и начинаю с вытяжки заднего крыла и панели. Итак, заднее крыло и панель вытянул. Теперь можно их удалять. Мятое железо удалил, теперь подровняю то, что осталось на кузове, и затем начну все примерять. We'll be right back.
Итак, задняя часть подготовлена для установки деталей. И сначала я приберяю заднюю панель, и потом ее приклеиваю и приклепываю. Сзади панелью я закончил, теперь приберяю заднее крыло. Ну и после приберки немного корректирую верхнюю заднюю панель. Она алюминиевая, поэтому прогреваю. Размеры гуд, клей, установка крыла, сварка заклепки. Заднее крыло установлено, сверху зазор чуть больше, но по-другому оно не ставится. Стыки замазываю герметиком и устанавливаю фонари и бампер. Теперь займусь передком. На всякий случай проверю размеры. Если все нормально, устанавливаю капот, бампер, фары, крылья, телевизор.
Вот и все. Моя работа закончена. На эту работу ушло 60 часов. Отдаю машину хозяину. С вами был Артур. Пока!